Я думаю так. Ну, скажите, вот вы председатель? Я говорю. Нет циркуляции. По всему городу нет. И поэтому никакой проблемы у нас не возникает. Все, давай, постоим. Сейчас, я 3 секунды. Всех есть. Нет. Нормально. Но из-за того, что нет циркуляции, у вас это потребитель. Надо есть еще проблема, то, что трубы не утеплены. Я могу такую проблему поднять на сессии горсовета. Я воду потребляю горячую. Да, ребят. Давай. Что я должен платить, как все? Вот это... Сереж. Что ты меня давите? Видели. Так видели. Вот с этого времени мне конкретных заявлений поступило, я уже показывал вам, вот тут 14 страниц. И вот все тут учтено. Все. Где-то я уже сделал, тут написано, где-то не сделал. А кроме того, по поручению Геннадия Адольфовича, это вы знаете, с того момента, как он... С того момента, как он дал свой сотовый телефон, это произошло месяца, наверное, 2 назад или 3. Даже, может быть, 3. А? В августе. Еще в августе. Значит, ему поступило 160 тысяч звонков. Это я цифру знаю. По моему округу только 12 тысяч. То есть по московскому району 12 тысяч. Но, наверное, это не все, потому что у меня некоторые. По моему округу вот эти звонки, вот они. Вот это все, видите? Причем там, значит, сидят операторы. Он сотовый дал. Они записывают, кто звонил. Фамилию, квартиру и вопрос какой. Там может быть благодарность за что-то, может быть просьба. Мне из секретаря Геннадия Адольфовича приходит документ по звонкам, которые он получил. И я должен по каждому звонку дать ответ. Вот это вот весь перечень, вот этот, перечень телефонных обращений Геннадия Адольфовича и реакция на них депутата выросла. Все ниже перечисленные заявители проинформированы о наших возможностях по выполнению работ. В некоторых случаях эти работы уже выполнены или находятся в стадии исполнения. В тех случаях, когда в приемное поступили письменные заявления, составлен перечень выполнения работ на 2011 год. Вот тут все есть, все. И здесь написано, когда и что примерно будет делаться. Посмотрите, сколько тут заявлений. Видите? Вот это все звонки Геннадию Адольфовичу лично, которые лежат в границах моего округа. В московском районе 10 таких округов. Значит, вот этот перечень надо, по крайней мере, на 10 умножить, а по городу, наверное, в сотню. И когда кто-то говорит, что до него не дозвонится, брехня, вот факт. Вот можете любой сейчас телефон набрать и сказать, вы звонили к Эрнесту? Звонили, да. И сразу же ответил, и через 10 минут устранили. И назначены ответственные в этих списках расписаны. И даже сразу. Ответственные, кто выполняет. Посмотрите. И сроки выполнения. Да. Там нас сразу не выполнили. А вот это, то, что ко мне пришло в приемную за эти месяцы. У нас все есть. И причем многие моменты совпадают. Был звонок ему, и заявление принесли мне. Оно здесь все пришло. Это только месяц. Вот, но все это лежит, уже поставлено в определенный перечень, и потихоньку оно будет делаться. Ну, скажу откровенно, у кого где-то кто-то может потерпеть, значит потерпеть. Я все сделать не смогу. Сразу. Спасибо, Игорь. Мы за вас. Мы за вас. Так что вас так мало? Да приду, тело хватит. Половина уже ноги замерзла. Сегодня хороший день, что надо. Сейчас. Здравствуйте, Константин Петрович. Как жизнь ваша? Рассказывайте. А зачем? Я туда.